О международной олимпиаде IOI говорили очень много. Рассказывали об истории олимпиады, о заданиях, составителях задач и даже об эмоциях участников. Но забыли о самом интересном. Многие участники привезли с собой талисманы удачи. Юные программисты находятся далеко от дома, от родных и близких, далеко от привычной обстановки, и каждому нужна определенная поддержка. Например, на столе участника из Латвии Александр Сазаякинца во время всех соревновательных процессов стояла игрушка Little Pony. А у команды Швеции есть общий талисман. Это шапка викингов. У участников из США общекомандный талисман корова. Этот символ уже много лет является неотъемлемой частью команды. Корова – это символ нашей команды. Эта традиция сформировалась очень давно, и я верю, что она приносит удачу. У моей команды нет своего личного талисмана, но мне приносит удачу моя игрушка-собачка. Правда, в данный момент я оставил ее в сумке. У каждого свои – барашки, драконы, кошки, ежи. Но главной удачей без символов настигла участников. Ведь попасть на международную олимпиаду IOI удается только самым лучшим и выдающимся юным программистам. Аделя Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз.